поликлиниках Шымкента меняют формат работы с пациентами. В медучреждениях продолжают открывать центры лучших практик. Их в городе уже 4. Такие центры призваны улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи. В приоритете также социальная работа. Пациентов встречает мультидисциплинарная команда, в которой интегрированы службы здравоохранения. Теперь в одном месте можно получить комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь. При поликлиниках появились и центры здоровья, куда за профилактической медпомощью могут обратиться подростки. Это направление будем развивать. На следующий год эта работа будет продолжаться. У нас постоянно идет повышение квалификации наших сотрудников и усилиями, скажем так, самих учреждений, бюджета нашего города. На сегодняшний день более 2000 сотрудников у нас повысили свою квалификацию.